вопрос такой, кто знает то, что мы знаем? Где встали? Не придумывайте, как тоже придумали, так сели. Все, можно. Да? Вот, там вроде бы... Ты чем меня спал? Ты чем меня спал? Вот слово Божье задают мальчики, сидя. Если вы на мой вопрос можете ответить положительно, ведь вопрос начинается со слова «кто?». И вот я сижу и задаю вопрос. Кто помнит, что было в первый день, когда мы приехали, вы собрались все в беседку? Кто помнит? Это я. Давайте соберемся, кто помнит. Значит, ребята задают свой вопрос, кто? Если на него отвечают положительно, значит, они встают и говорят, это мы, это я, да? И все, кто может на этот вопрос ответить положительно, делают то же самое. Кто знает, что такое мельчинее выбрать? Кто знает, зачем нужна мобилизация актерам в театре? А что такое мобилизация? Вот идите узнавать. Умрите. С паузами зачем? Вот когда у нас Сережа говорит, он мне вот эта вот фраза, потому что ты, и у них там большая пауза, непонятно получается. И вот для этого мы играем и с паузами, и с грамотными паузами. Это хорошо, да. Жить с непониманием. Кто так же не понял, как мы, зачем переодеваться на монологи? Это я. Когда я вот такая мамочка, то почему я такая мамочка, когда я жизнь красивая? То есть получается, вы другой персонаж. Кто знает, как играть Ремарку в экстазе? Кто знает, как играть Ремарку в экстазе? Это сами-то вставайте. Это я! Это я!